Купила я на рынке помидоры по 35 рублей, решила закрыть на зиму. Помыла их, уложила в банку, добавила еще туда же морковку, перца у меня болгарского не было. Я обычно тоже добавляю чеснок, затем лавровый лист, перец горошком и укроп у меня был, добавила. Хотя он немножко перебивает, конечно, запах помидор, я обычно его не добавляю. И дала настояться, наверное, где-то около часа. Я пока занималась своими делами. Потом я эту воду вылила в раковину. Она уже остыла у меня. И насыпала в банку столовую ложку с горкой соли, столовую ложку с горкой сахара и чайную ложку уксусной эссенции. И залила затем новой кипяченой водой из чайника. Закатала крышкой чистой банку. Взяла потом эту банку, немножко так потрясла, чтобы соль и сахар растворились, и убрала в теплое место под одеяло до остывания. Храню я эти помидоры при комнатной температуре. Этот рецепт у меня есть на канале, я ссылочку оставлю, если кто захочет, посмотрите полную версию.